спорткомплексе. Юбилейные заменили напольное покрытие. Вместо линолеума теперь юные спортсмены будут заниматься на паркете. Напольное покрытие обладает отличным амортизационным свойством, которое снижает нагрузку на суставы и позвоночник. Ранее с инициативой по замене пола к депутатам обращались жители микрорайона Подрезково, чьи дети посещают физкультурный центр. Инициатива жителей была поддержана главой городского округа Дмитрием Волошиным и советом депутатов. Сейчас народные избранники приехали оценить качество работ. На сегодня у нас, да, задача одна – это здоровье наших детей. Вот, чтобы они занимались спортом, они получали травмы, естественно. Паркет профессиональный. На нем можно проводить соревнования разных уровней. Мы делаем все сегодня, чтобы нашим детям было где заниматься, и уютно заниматься, и комфортно заниматься. В спорткомплексе работают секции по футболу, баскетболу, гандболу, фехтованию, гимнастике и черлидингу. Депутатский корпус, администрация городского округа Химки приняли этот вопрос в разработку, и сегодня мы уже проверяем качество выполненных работ. Мы продолжим эту работу по усовершенствованию материальной базы нашего ФОКа и надеемся, что спортивные мероприятия будут проводиться на более качественном уровне. Все ремонтные работы по замене пола в спортивном зале выполнены за неделю. Надо сказать, что для юных спортсменов из Химок такое напольное покрытие – настоящий подарок. По словам специалистов, аналогичный паркет обычно используют в залах, где занимаются профессиональным спортом. В частности, в Подмосковье таких площадок единицы. И одна из них теперь в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный».